Друзья, приветствую! С вами, как всегда, веселый копатель. И сегодня у нас продолжение нашего цикла видеоролика по рыбалочке. Приехали мы на наше любимое место, как всегда. Планов каких-то конкретных нет. Сейчас будем действовать по обстоятельствам. Такие дела творятся с заходом на лед. В общем, будем сейчас преодолевать небольшие трудности. В общем-то, лед достаточно скользкий. Здесь мы видим уже промоину достаточно крупную. Там тоже промоина начинает образовываться. В общем, на проране скоро льда хорошего не будет. Осталось, грубо говоря, ему немного. Пришли мы на нашу точку, как обычно. Сейчас будем засверливаться. Рыбаков сегодня мало. Я бы даже сказал, очень мало. Как таковых базаров нет. Продолжаем ловить рыбу. Тут, собственно говоря, рыба первая нашего сегодняшнего дня. Такой вот ершарик. Продолжаем ловить. Клевать что-то особо не хочет пока. Но посмотрим, что будет дальше. Ну это вообще игрушка. Бакор надо? Ага. В общем-то, друзья, плавили мы еще там. Поклевок хороших не было. Как вы видели, я поймал какого-то даже окуня, меньше живцового. Рыбак Николай Ерша. И на этом у нас, грубо говоря, все закончилось. Сейчас мы поменяли локацию. Людей колоссальное количество, встать, грубо говоря, даже негде. Просто все перебрались сюда. В общем, смотрим, что будет дальше. Ну, мало того, друзья, что машин много, вы просто посмотрите, сколько там сзади меня людей. Надеюсь, их всех видно там. Это просто сегодня колоссальнейшее количество людей на самом деле. Вот такие вот здесь творятся дела. Вот они, друзья, первые успехи. Вот такая вот плотвичка попалась. Из луночки вот только что. Рыбак Николай вон сидит. Далековато. Вот, спереди тоже рыбачки немножко ловят. Плотвичечку поймали вот такую вот. Будем ловить дальше. Вроде расклевывается. Есть, ребята. Кто-то есть. Такую же плотвичку можно взять. Хотел только что закормиться. Не успел кормушку опустить. Взяла хорошая плотвичка. А. Такую уже можно взять. Есть. Есть, ребята, пока второй раз закидывал. Плотва пошла. Так что вот, друзья, такая получилась рыбалочка. Ну, это был один из тех случаев, когда смена, кардинальная смена места дала свои результаты. Вот, потеряли мы очень достаточно времени на первом водоеме. После смены водоема тоже особо брать не хотела, но нам удалось все-таки выманить немножко рыбки и, в принципе, ее половить.
рыбалкой сегодняшней я доволен. Могло быть хуже. Ну а вы ждите следующей серии. Всем удачи, всем до новых встреч.